Товарищ, смирно. Приказываю уступить на охрану общественного порядка в городе Москве. Утро Москвы наступает задолго до рассвета. К восходу солнца тысячи улиц мегаполиса заполняются плотными бурлящими потоками машин. Население Москвы почти 17 миллионов человек. Здесь официально зарегистрировано почти 5 миллионов автомобилей и мотоциклов. Протяженность городских улиц около 6 тысяч километров, а движением на перекрестках управляют 2400 светофоров. В сутки здесь происходит в среднем 600 дорожно-транспортных происшествий, в том числе около 20 ДТП с пострадавшими. Бесперебойное и четкое функционирование транспортной системы столицы России, одного из крупнейших мегаполисов мира, вот уже 80 лет обеспечивает Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного управления МВД России по городу Москве. По масштабу безупречно выполняемых задач ГИБДД столицы на порядке превосходит аналогичные службы прочих российских городов, а опыт и профессиональные достижения ее сотрудников приезжают изучать и перенимать представители дорожной полиции мировых столиц. Ситуационный центр столичной полиции поистине мозг автоматизированной транспортной системы, равного которому нет ни в одном из мегаполисов мира. Информация в режиме реального времени поступает сюда со 170 тысяч видеокамер единого центра хранения данных и почти 2500 установленных вдоль трасс. Они позволяют проследить за перемещением транспортного средства, начиная из области до любого московского переулка. 616, Фендальцент, 50, владетелю 500 рублей штраф. Собственный компьютерный сервер центра по мощности и защищенности не уступает оборонно-космическим. Круглосуточно под контролем инспекторов ГИБДД ритм дорожной сети мегаполиса. Дежурная часть, отдел оперативного управления движением, наблюдение за местами скопления граждан и транспорта, служба обработки данных, службы мониторинга СМИ, интернета и Яндекс.Пробок. Сегодня ситуационный центр управления ГАИ – это глаза и уши всей госавтоинспекции города. Все лучшие инновации, касающиеся интеллектуальной транспортной системы города, собраны у нас. На мониторах достоверная оперативная информация о каждой из 3500 улиц огромного города. Офицеры ГИБДД имеют возможность контролировать загруженность магистралей и управлять движением потоков транспорта, обнаруживать и фиксировать нарушения правил дорожного движения и произошедшие инциденты. Автомобиль «Шкода Октавия» номерной 266, объявленный по перехвату, движется по улице Садовая-Кудринская в сторону 617. Необходимо принять меры к задержанию. Инспектору не составляет труда с помощью современного компьютерного оборудования прочитать госномер автомобиля-нарушителя и немедленно идентифицировать его владельца. Мы все видим, слышим и оперативно реагируем на все события, происходящие на уличной дорожной сети города. Веди, веди его, Ром, веди. На заре 20 века поддерживать порядок на московских дорогах было куда сложнее. Гужевые повозки, авто, пешеходы и никаких правил дорожного движения. Первое специальное подразделение рабоче-крестьянской милиции по регулированию дорожного движения было сформировано в Москве в 1918 году. А в 1930-м в столице создается специальный отдел регулирования уличного движения – ОРУД. 500 его первых штатных сотрудников занимались регулированием уличного движения, контролем за соблюдением правил и пропагандой безопасности дорожного движения. 3 июля 1936 года было утверждено положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции Народного комиссариата внутренних дел. Эта дата стала днем рождения ГАИ как милицейской службы. А 1 января 1961 года были введены в действие единые для всей страны правила движения по улицам и дорогам Союза СССР.
В 60-е, 70-е годы столичная служба госавтоинспекции стремительно развивалась. Проходил бурный процесс технического перевооружения московской ГАИ. На смену мотоциклам ИЖ-350, ИЖ-49, легковым автомобилям ГАЗ-М20, ГАЗ-67 и Москвич-401 пришли автомашины ГАЗ-24, ВАЗ-2101 и Москвич-412. Мотоциклы, легендарные «Урал» и «Днепр». А хранителями моральных принципов и духовных основ службы неизменно остаются они, ветераны. Ностальгия такая. Да. Все родное, конечно. Да. Родное. Хотелось бы взять, завести его и нажать на ручку, газа прибавить и ехать. Надо сказать, что стекло мотоцикла было выше тогда. Правильно? Кверху, да, было задрано, так, и чтобы поток воздуха проходил над головой, да. Патрульный автотранспорт ГАИ стал хорошо различим в общем потоке из-за своей яркой специальной окраски, сирен и проблесковых маячков. Улучшалась техника радиосвязи, но милицейский жезл все еще оставался действенным инструментом регулирования дорожного движения. После революции, значит, кровь красная. Желтая рукоять достаточно видная была. Беда этого жезла была в том, что в темное время суток он сливался с окружающим и не был заметен. На смену металлическим будкам регулировщиков пришли сооружения, поднятые на опорах над уровнем дороги на высоту до 2,5 метров. Наружный стакан, да, он был, потому что в форме стакана. Здесь был пульт для обеспечения спецпроезда. 1 июня 1998 года министр внутренних дел России подписал приказ о реформировании деятельности госавтоинспекции МВД России. Государственная автомобильная инспекция была переименована в Государственную инспекцию по безопасности дорожного движения ГИБДД. Шкода, Ульяна, 256, Анна Роман, 3 четверки, Шкода, белого цвета. Повелевский, включай 612. Давай, крути направо, крути направо. Давай, зажимай, Продолжающаяся сегодня реорганизация ГИБДД помогла оптимизировать штатную структуру службы. Убраны многие бюрократические надстройки, сокращен ряд аппаратных должностей, а количество сотрудников, оказывающих государственные услуги населению, наоборот, увеличилось. ГИБДД не случайно считается в столичной полиции одним из наиболее интеллектуальных подразделений. Первое требование к его сотруднику – высшее образование. Служба развивается. На вооружении стоят серьезная техника, серьезное оборудование, приборы, с которыми необходимо работать. Необходимо принимать серьезные решения. Каждый сотрудник ГИБДД проходит серьезный отбор, как при приеме на службу, так и в процессе ее. Тестирование и обучение сотрудников идут непрерывно. Четкое взаимодействие с коллегами, филигранное вождение служебного автотранспорта, превосходная тактическая и физическая подготовка. Сегодня инспектор столичной ГИБДД – человек, на которого можно положиться. К первым, кому обращаются на дороге, это к сотрудникам ГИБДД. Они первые приходят на помощь. Принимают роды, оказывают помощь при травмах, применяют сердечно-легочную реанимацию. Чем все, что им показывается и рассказывается, они это воплощают в жизнь. Каждому из сотрудников вменено в обязанность регулярно заниматься самообразованием, а также совершенствовать навыки общения, ведь их собеседниками становятся люди самых разных слоев общества, причем находящиеся порой в состоянии стресса. К любому нужно найти подход, с любым нужно пообщаться, и нужно это сделать так, чтобы потом не было стыдно и за службу, и мы все-таки держали марку столичного уровня. Одна из важнейших задач современной ГИБДД – соблюдение законности. Безупречная репутация, открытость и современная антикоррупционная система, мобильный инспектор – техническое новшество. Планшетный компьютер с двумя видеокамерами, диктофоном и установленной специализированной программой, а также мобильный принтер. Все это под рукой каждого инспектора ГИБДД. При оформлении протокола нарушения ПДД вводимые данные проверяются и дополняются с использованием регистрационных баз данных. Можно в реальном времени проверить лицензию таксиста, данные по машине, по водителю.
Планшет имеет постоянную связь с оперативными дежурными в центре. Время оформления ДТП сократилось вдвое, причем переделать созданный и немедленно зарегистрированный протокол невозможно. Работа инспектора ГИБДД становится совершенно прозрачной, а главное, безвозвратно выходит из-под юрисдикции телефонного права. Счастливого пути, повнимательнее на дороге. Да. Удачи. Спасибо. Кстати, и право выбора по специальному заказу престижных регистрационных знаков. Многие десятилетия считавшихся привилегией полицейскому также больше не принадлежит. В регистрационных подразделениях номера присваиваются любому автомобилю в автоматическом режиме, исключающем стороннее вмешательство. Отделения регистрации и учета автотранспорта находятся под особым наблюдением, а также и места, где сдают экзамены на водительские права. Видеосигнал идет в ситуационный центр ГИБДД в онлайн-режиме. Оборудование, установленное в экзаменационных автомашинах ГИБДД, при необходимости покажет как действия экзаменуемого, так и реакцию на них экзаменатора. Произошедшие в работе ГИБДД изменения не остались незамеченными. Согласно проведенному в Москве 5 лет назад социологическому опросу, о своем безусловном доверии сотрудникам ГИБДД заявила половина опрошенных. В 2015 году эта цифра выросла до 80%, а в 2016 – до 85%. Как бы они говорили, они там плохие, это все равно. При первом же случае они бегут же. Полиция, помогите, ДПС, помогите. Все равно без них никуда. Дорожно-мостовое строительство и оптимизация управления транспортными потоками позволили за 5 лет увеличить среднюю скорость движения автотранспорта в Москве на 12%. И это при значительно возросшем количестве автомобилей. Индекс загруженности дорог снизился с 57 до 44%. Наш город должен жить, то есть двигаться. Данные городских социологических опросов красноречивы. Если 5 лет назад более трети москвичей называли состояние транспортной сферы в числе наиболее острых городских проблем, то сегодня доля таких ответов сократилась до 11%. Кроме того, московские дороги стали более безопасными. За 5 лет число ДТП сократилось на 30%. Во многих странах есть такая программа «Видение нуля». Это когда власти, когда сотрудники полиции не хотят видеть на дорогах своих городов ни одного погибшего под колесами автомашин. И нам хотелось бы сделать все, чтобы было именно так. И чтобы все-таки юбилейный год, он стал таким толчком, серьезным толчком для того, чтобы мы приблизились к этой заветной мечте. Благодаря совместным усилиям правительства столицы и сотрудников ГИБДД, Москва получила транспортный «Оскар-2016» – престижную премию Международного транспортного форума в Лейпциге за достижения в области развития транспорта. Уважаемые сотрудники ГАИ, от всей души хотим поздравить вас с юбилеем и пожелать вам безаварийных дорог. Удачи, здоровья, побольше бывать дома, побольше зарплаты. Процветания и взаимопонимания с водителем. Удачи вам и повышения по службе. С праздником! Чтобы на дороге было только счастье и удача всем участникам движения. Хочется поздравить молодое поколение госавтоинспекции с юбилеем нашей службы. Желаем вам, молодые ребята, зеленого сигнала светофоров на всех перекрестках вашей судьбы. Помните ветеранов, помните свою историю, потому что история делает будущее.